Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы сравним. Сейчас я снимаю с рук. И это будет видео про первоначальный тест стабилизатора GUI Smooth 2, который, надеюсь, вы посмотрели распаковочку данного аппарата. И небольшое важное объявление для участников конкурса, который сейчас проходит на нашем канале. Я снимаю сейчас с рук при ходьбе, при стандартной ходьбе. В принципе, я думаю, что картинка более-менее плавная, потому что, во-первых, это iPhone, во-вторых, как бы я пытаюсь держать руку более-менее ровно. Итак, это новое видео, мы начинаем, поехали! Ну а теперь все то же самое, только с помощью стабилизатора. Смотрите, я могу двигать его как я хочу и под разными углами обзора. Это вообще гениальная вещь, которую придумали для видеоблогеров, для влогеров, для тех, кто записывает и звук, и картинка. В общем, блин, звук, конечно, здесь никакого значения не имеет, это я просто на эмоциях. Ну, в общем, друзья, я могу подправить, соответственно, положение смартфона в любом положении, и, конечно же, что бы я ни делал, как бы я себя ни вел, смартфон будет вести себя очень-очень качественно. Давайте сразу, ну, соответственно, вы будете наблюдать сам тест. Давайте сразу перейду к объявлению. Объявление значит следующее. На данный момент меньше 100 участников на конкурсе, где разыгрывается 3 достаточно дорогостоящих приза. Как я говорил ранее, результаты должны подвести 1 числа, но мы их не подведем 1 числа по нескольким причинам. Первое. Во-первых, мало участников. Конкурс будет продлен до 1 сентября. Я надеюсь, что ваша активность поспособствует тому, чтобы участников было больше. Ну и самая главная причина, я просто физически не смогу подвести итоги, потому что я буду в отпуске. Я буду в отпуске, у меня не будет возможности выйти в интернет, у меня не будет возможности выложить ролик, у меня не будет возможности даже просто найти тупо даже из этих 80 человек победителя. Поэтому конкурс продлевается до 1 сентября. Я надеюсь, что в августе большинство людей, скажем так, приедет уже с отпусков и увидят данный ролик. Большое спасибо всем тем, кто уже принял участие. Большое спасибо за то, что вы делитесь этим видео. И, конечно же, в первую очередь хотелось бы сказать то, что ни в коем случае, чтобы вы не подумали, что якобы там я всех обманул или как-то это все дело произошло и конкурса, соответственно, не будет. Нет, конкурс будет, и будут эти 3 победителя: смартфон, Mi Band 2 и что там у нас еще, очки. Они обязательно получат, ну, победители найдутся, и они получат данные призы. Поэтому еще раз, если вам не сложно, расшарьте видос о конкурсе в свои социальные сети. Давайте наберем чуть больше хотя бы 100 участников и дождемся 1 сентября, и тогда уже подведем итоги. Это я вам обещаю 100%.